Трудовыми подарками встретили 70-летие Первого Совета коллективы промышленных предприятий Иваново. В локомотивном депо досрочно завершен ремонт тепловоза, который носит имя революционера Михаила Багаева. Член партии с 1902 года Иван Михайлович Зверев вручил ключи от тепловоза молодым железнодорожникам. Тепловоз отправляется в первый рейс. Ведет его один из лучших машинистов Владимир Павлов, секретарь комитета ВЛКСМ цеха эксплуатации.